Играем в Танк Старс. Выбираем наш танк. А, против два одинаковых танка. Два Фроста. Ладно, так, попробуем его как-нибудь зарядить. О, далеко-далеко отлетела наша ракета. Так, это тоже промахнулся, смотри, да? Вот, вот здесь будет хорошо прям так стрелять в него. Поехали. Опа! Есть, заморозочка, заморозочка. К сожалению, он меня может сейчас легко попасть. А, нет, смотри, промахнулся. Промахнулся, промахнулся. Так, ну ладно, давай попробуем бизардом стрельнуть. Опля! Ой, хорошо, смотри, как подуничтожили мы его. Ох ты, мина какая-то. Ай-я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 й. Ну там сундук лежал, он сундук взял, уничтожил. Все, и мы его тоже пощелкали. Победа! Победили. Плюс 200 монет. Виктории. Так, что у нас здесь? Ну давай поедем еще раз. Что у нас там следующий? Какой танк? Буратино. Буратино 2500 стоит, ладно. Накопим денежек на Буратино. И купим Буратино. Так, далеко мы стоим, давайте поближе я подъеду. Сколько хватит силы. Все, бензин закончился, ладно. Стреляем. Мимо. Чуть-чуть мы его задели по касательной. Так, он решил подъехать поближе. А-а-а, он яму вырыл зачем-то. Ладно. Держи, замораживатель. Все, мы его сейчас заморозили. Отлично. Ох ты, нифига, что он сделал? Что он, ребята, сделал? Стреляем. Ух ты, мимо. Блин, такая классная ракета была. Я так получилось, что мимо стрельнул. Ну, ничего страшного. Сейчас подъедем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, да давай уже максимально близко подъедем. Огонь! А-а-а! Я тоже был ранен. К сожалению. Ой, меня уничтожил. Гад, гад, вообще. Ну ладно. Монет нам не дадут, наверное, за... А нет, дали 100 монеток. Утешительное... Утешительное такое... Поощрение. Ребята, танк Стар. Если нравится игра, ставь лайк, пиши комментарий. Будем играть в нее еще раз. Так, смотри, сколько много ужасных колючек. Нам нужно разбить стекло. Вот отлично, да. Отлично. Отлично. Теперь потихоньку их протолкнуть. Ну, надо их проталкивать, чтобы они уходили туда. Да, потому что если он будет один большой, он проколет да, себя. Да, точно. Их надо по одному толкать. Вот, не надо было так делать, надо было оттуда справа толкнуть. Давай начнем с правого, с третьего. И будем кидать его, толкать во вражек. Так, отлично. Опа, ну ничего, бывает. Неудача. Еще раз. Аккуратно, аккуратно. Аккуратно. Ну что такое, не везет. А я хочу с первого начинать. Давай. И протолкнем во вражек. Хорошо. А нам же черненькие бомбочки там не помешают во вражке. Отлично, отлично. А этого просто скатим. Ну давай. Отлично. У нас получилось. Смотри, какая каруселька, качелька. Да? Угу. А как же нам надо ее порвать, чтобы он упал? Может быть вот так вот, чтобы вычистить его. Да, да, ты прав. Как Но еще? Он мне что-то не вытеснит. Даже зубы стискивает, смотри, черненькие трудятся. Ага. О, получилось, смотри.
Так, а здесь, смотри, у нас есть липучка и взрыватель. Так, что, берем взрыватель? Даже не могу сказать, что же я делаю. Отлично. Так, и второй. Отлично. Так, смотри, они не могут пролезть. Из-за нашей пушки. Да, точно, смотри. Так, надо подкинуть как-то вверх. Получилось? Да, представь. Хорошо, что они такие мягкие. Да. Это же как воздушные шарики, как пузыри мыльные. А здесь, смотри, я придумал, что нужно сделать. Надо здесь налепить на липучек. А ты видишь, что там снизу бомбочка висит? Так. Отлично. Мы сделаем такой мостик. Нужно, чтобы он остановился, этот круг. Интересно, а зеленый он не может захватить вот этого желтого? Может, он прилипает и желтенький. Вот, стоп, стоп. Так, смотри. Наверное, по этому мостику. Я хотел налепить и так много липучек. Угу, давай. И чтобы они захватили за... Вот эту штуку захватили, не знаю, захватили. Нам нужно как-то взорвать эту бомбочку, ты имеешь в виду? Вот, откатили. А зачем ты делаешь так? Как? Ну вот. Нам, я думал, нам бомбочка нужна. Нет? Так, давай липучку лучше не будем брать. Сейчас попробуем вот эту взять. Так, все, у нас есть теперь взрыватель. Теперь мы взрыватель приклеим к зеленому. Давай, и взорвем. Да, потом, когда оно подойдет поближе, мы будем взрывать. Отлично, с первого раза получилось. Молодец. Что, ребята, 12 уровень. На 12 уровень нарисован грузовик. Но грузовик мы пока не открыли с вами. Давай возьмем красную машинку. Она быстренькая, быстрая такая тачка. Потому что здесь есть молот. Нам нужно быстро проезжать его. Так, все, сели мы на гоночный автомобильчик. Так, давай назад немножечко. Во! Назад. И... А тут есть машины какие-нибудь? Нет? А, да, вот наши все машины, грузовики стоят. Ладно, поехали, поехали, поехали вперед. Угу. О, ничего себе, ты чё, полицейский автомобиль, ты чё, с ума сошел там? Ты чё прыгаешь-то? Так, сейчас мы здесь это проедем аккуратно. О, да, молот. Чё ж мне с этим молотом делать? Ну, будем ждать, пока он стукнет. Все, и теперь на газ, быстрее. Есть. Чуть-чуть. Бы нас бы он щелкнул. Так, забираем звездочку. О, отлично. Первая звезда наша, ребята. Первая звезда наша. Так, и здесь проедем сейчас аккуратно. Все, давай, на газ давим. Все, проехали. И вписываемся в поворот. На этой же скорости. Скорость мы не сбавляем. Нормально проезжаем. Вторая звезда. Так, и здесь у нас такой небольшой поворот. Небольшой спуск. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо. Вот красный автомобильчик, он гоночный, но он бешеный. О, нет, такая же история, блин, случилась, как в прошлый раз. Разработчики, они, короче, карту не сделали нормальную. И мы, получается, не можем проехать. Мы врезались. Ну, как врезались? Мы встали. Ну, вот такой минус, баг такой в этой игре есть. Куда разработчики смотрят, а? Алло. Так, давайте сделаем повторную гонку. Это все придется все заново. Даже выбор автомобиля нам заново заставляет выбрать. Ладно. Давайте назад немножечко подъедем. Все. Может быть, взять надо было автобус? На автобусе проехать, вот это вот мне интересно. Ну ладно, попробуем проехать. Так, крутилка, тихо, стоп. Все, поехали, давай на газ. О, ты че медлительная такая, алло, машина, давай. Ты ж гоночный у меня. Болид. БМВшка, красненькая. Так, не спешим. Все, гоним. Давай. О, проехали, хорошо. Забираем первую звезду. Есть.
Поворачиваем аккуратно. И едем дальше. Так, крутилки опять вот эти вот. Так, все, проехали. Замечательно. Замечательно. Кстати, в одной игре я играл очень похожую. Я вот эти вот разные уровни я пытался перепрыгивать. И у меня один раз получилось. Там вообще нереальная была игрушка вообще. Так, все, гоним, гоним, гоним. Все, проехали на скорости, хорошо. Видишь, вот эти вот места. Разработчики, они как бы... Ну, мне кажется, так, на тяп-ляп сделали. Можно было все аккуратненько просчитать. На машинке проехать каждый уровень. Посмотреть. Все, мы проехали уровень. Наконец-таки у нас получилось, ребятушки. Так, ну что, ребятки, давайте прокачаем нашу машинку. У нас 1100 монеток. Прокачивать будем турбобуст. Так, сколько у нас? 700. Кончились монеты. Ну, давай трансмиссию, да, улучшим. Так, что можно еще? Вот этот вот, вот эту можно купить. Last Boost Overheating. Какой-то вентилятор, непонятно какой. И вот это давай еще возьмем. Приобретем. Все. Кончились у нас деньги. Так, эту тачку тоже прокачивать дофига надо. Офигеть. Ну ладно. Пока синенькую будем прокачивать. Она у нас хорошенькая. Быстро едет. Так, нормально все, ребята. Кстати, я хотел попросить вас поставить лайк этому видео. Подписаться на канал, если ты еще не подписан, потому что, чтобы не пропускать новые ролики. Ну и еще пиши привет и передавай в комментариях. Я обязательно привет и передаю. Поэтому сегодня я передаю Елизавете привет. Привет Море Жене, Олегу Туманову, геймеру Робину передаю привет, Лес геймеру, Александре, Максиму Павленко. Да, ребята, я вам передаю всем приветы. Так, давай, машиночка. Еще немножечко осталось. А если ты хочешь, чтобы я тебе передал привет в следующем ролике, ты должен быть подписаться на канал, быть подписанным. Ну и обязательно лайк поставить этому видео. Вау, нормально проехали. Да вообще, ребята, по возможности ставьте лайки на видео мои, чтобы больше было лайков. Это такая вот просьба к вам. Вам не сложно, а мне очень-очень приятно. Вот так, давай, машинка. Сейчас мы попробуем полностью прокачать машинку эту. Так, видишь, сколько много зомбаков? О, вот эту я хочу все-таки достать как-то. Я не знаю, получится или нет. Как же ее достать? Она очень быстро улетает. Не, это просто, я не знаю, что за фишка, надо посмотреть будет в интернете. Ой, как ее уничтожать. Так, ладно. Так, а мы побьем рекорд сегодня или нет? Да, ребята, смотрите, есть большая вероятность, что мы рекорд побьем, да. У нас, ребята, новый рекорд. Ой, нет, вонючий этот зомбак едет за нами. Да как же он меня достал уже. Так, ну все, мы уже побили рекорд свой, ребята, это хорошо. По возможности нам нужно как можно дальше проехать. Ой-ой-ой-ой, все, уничтожили нас, уничтожили. Да. Так, 62 зомбака мы убили. И дистанцию проехали. О, смотри, что это такое? Мы можем вот эту штуку... Что за ракета? Блин, я такую хочу. Ракеточку. Так, мы, может быть, ее даже с вами, ребятушки, когда-нибудь да и откроем. Так, что у нас? Давайте поиграем на этой машинке. Посмотрим. Так, все, поехали. О, вот это мне нравится машина. Она такая прикольная, длинная. Давай. У нее колеса такие маленькие спереди, а сзади большие стоят. Я не знаю, далеко мы на ней проедем или нет, потому что она не особо у нас прокачанная. Ой, смотри, она задела мостик маленький вот этот. Да, и разрушила его. Так, давай, едем. Так, вот тот гад уже сзади подъезжает. Вот, видишь, что творится. Ой-о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 й. Так, ну он мне ничего не сделает. У меня турбо есть. Вот, далеко мы уехали. Нет, смотри. Мотоциклист какой-то там стоял. Гад. Так, давайте сюда подъедем. Так, у чувака нету головы. Смотри, там горело все у него. О, что, застряли что ли? Да ё-моё.
Не, нормально. А-а-а, нормально, я же сказал. Да, не успели мы. Задел нас чувак на этом большом машине, в грузовике своем. Ладно, давайте поиграем в другую игру теперь. Ребяточки, давайте поиграем в Hills of Steel. Я выбираю нашего зелененького титана. Пусть будет зелененький. Два Джокера? Или кто? Джокер? И у меня Джокер, да, обычный танк. Хорошо. Сейчас посмотрим. Опа! Так, давайте, ребята. Я вот здесь буду стоять. Мне здесь нравится. Так, он у нас убежал. Так, давай. Аккуратно, смотри, сколько ракет они нас пуляют. На это здоровье. Ах, не успел я. А зачем я подлечился? Я хотел вот этому чуваку дать. Тихо-тихо. А какой ты хитрый, а? Ладно. Сейчас мы тебя будем щелкать. А, он один танк остался, да? Все, щелкали мы. И победили. А звездочку сейчас мы получим. И у нас уже 3 сундука. Хорошо. 3 сундука. Осталось 7. Когда будет 10 сундуков, мы их откроем. О, 2 титана. Как замечательно. Мы должны выиграть. Ну, вообще должны. Изи, изи. А у него еще крутилка есть, прикинь, у титана. Офигеть, я же тоже могу крутилочку поставить. Но она не сильно эффективна, по правде, эта крутилка. А, как меня так уничтожили. Ай-яй-яй-яй, 2 титана было, елки-палки. Давайте еще раз сразимся. Может быть, нам дадут титанчика. Нет. А маленького дали. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Посмотрим. Есть удар. Есть еще один удар. Так, титан пошел. Титан. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. На, подлечись, дружище. А-а-а, не успели. Не успели мы выиграть, к сожалению.